всей нашей дружной командой. У нас тут еще два друга. Мы сегодня идем в море, и у нас кое-что случилось, кое-что произошло. Короче, к берегу приплыли просто огромные медузы. Огромные. И мы сейчас будем спасаться от них. Да! Ты готова? Ты готова? Смотрите, какая она маленькая! Прям размером с ребенка! Вот это да! Вот это да! Мичка, смотри, какая здесь у нас с тобой огромная медуза! Вот, смотри! Смотри, какая большая медуза! Ты боишься? А? Ты боишься ее? А? Смотри, какая она огромная! Она больше, чем твоя голова! Она шотс. Вот видишь, Мия, вот это щупальца. Вот эти щупальца, они могут обжечь, как крапива, да. А это голова. Голова, она безопасная. Ее можно и погладить. Но ни в коем случае нельзя трогать щупальца медузы. Ты уяснила этот урок? Где храм? Вот. Он живой или нет? Живой. Мертвый живой. Мертвый живой. Где храб? Ого! Мия, смотри, он сейчас тебя за ногу как хватит. Крабушек настоящий. Нет, я не буду никого кусать. Я добрый краб. Меня зовут мистер Крабс. Оп, я живу на дне Черного моря. Как видите, здесь очень красиво на дне. Красивые большие водоросли, в которых я живу и кушаю здесь. Очень красиво. Мне нравится. Какая большая медуза. Мия, я вспомнил, я тебя смотрел. А вот медуз я ради тебя покусаю, чтобы они тебя не ужалили. Вот так вот. И еще одну. Вот так вот. Вот так. Вот так. И еще одну. Вот так вот. Вот так вот большие щупальца ее. Вот так вот. Чтобы они не кусали Миечку. А я добрый краб. Меня зовут мистер Крабс. Ладно. Ребята, я все. Я побежал к себе домой. Все. Смотрите, какие у меня клешни. Этими клешнями я могу ловить маленьких-маленьких млекопитающих. Вот оно, твое плавсредство. Да пошли. Тут вода намного теплее, чем в аквапарке. У кого-то тут полные штанишки радости. Эй, тебе нравится море? А, Мия, нравится море? Ты хочешь круг все-таки? Посадить тебя сюда? Давай, посажу. Давай. Мама. Да не помню. И что, теперь тебе уже нравится, да? Куда пошла, ты ходить не умеешь? Вот так комната, да? Мамочка, мне приснился такой сон. Что тебе приснилось? Медуза. Медуза? Да. Какая еще медуза? Вот такие. Ну-ка. А? Ай, зачем ты забрала соску? Да не бойся ты. Они не страшные. Страшные? Да, мама, мистер Крабс меня защитил. Ты знала, что в море есть крабы? Мичонок, ты на полпути упала обратно. Я не упала, я наполовину лежу. А ты так умеешь наполовину лежать? Ну и что ты мне расскажешь? Что расскажу? У меня сплошные медузы и крабы в голове. Эх. Да. Хватит дома сидеть. Ну что, собирайся? Пойдем гулять на улицу? Ну,
ладно, пошли погуляем просто. Кому скоро годик? Мне! Ну, дай 5. Кому скоро годик? Почему дай 5? 5, мама? Годик! Один годик! Да! Ну все, друзья, пока-пока! Пока-пока всем! Что ты там нашла? Мия! Скажи пока, ребятам! Приветочки, подписывайтесь на наш канал! Скажи пока! Пока, ребята, пока! Скоро будет большой праздник и много подарков!